Экс-заместитель руководителя управления пассажирского транспорта автомобильных дорог Акмулинской области подозревается в хищении более 1 миллиарда тенге. Средства предназначались на строительство дорог. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В надзорном органе пояснили, что оплата бюджетных средств произведена подрядчику без фактического выполнения работ. Санкции суда подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование. Отметим, что наказание по данному факту предусматривает до 12 лет лишения свободы.